Последние научные исследования открыли секрет неконтролируемого набора веса и ожирения, показав шокирующие результаты и разрушив старое ложное утверждение. Статистика говорит о тревожном распространении этой проблемы по всему миру и констатирует суровую реальность. Это может случиться с каждым. Эксперты обнаружили, что жировыми клетками производится важный посланник под названием лептин. Лептин – это мощнейший гормон для контроля аппетита и метаболизма. Он сигнализирует мозгу, что вы сыты и еды достаточно, и сообщает, когда начать сжигать жир в энергию. Но проблема появляется в момент, когда жировые клетки начинают производить воспалительные молекулы, известные как C-реактивный белок. Когда СРБ связывается с молекулами лептина, блокируется важный сигнал в мозг о том, что насыщение уже произошло. Нарушается обмен веществ, и в организме начинается хаос. Это порочный круг нежелательного набора веса, который приводит к повышенной усталости, плохой осанке, ожирению, болезням сердца и диабету. И если бы мы могли восстановить обмен веществ так, чтобы лептин попадал куда следует, то это позволило бы регулировать аппетит и эффективно сжигать жир. Тело человека является одной из самых сложных систем на планете. И как прогрессивная система, оно требует прогрессивных решений для его восстановления. Эта синергетическая формула была разработана для решения этой глобальной проблемы и реализации основных аспектов интенсивного сжигания жира. Контроль над чувством голода, уменьшение объемов жира и наращивание здоровой мышечной массы. Тело вновь открывает путь к идеальному балансу, что позволяет ему работать в полной гармонии. Тело становится сильнее, стройнее, моложе. Тело становится совершенным. Инновационная технология сжигания жира. Эксклюзивно для GNS.